этом месте росла верга, которую было видно из космоса. Я ее выжег, выпилил, и теперь остатки достаю методом выпиливания, вырубывания и с помощью вот этих труб, которые лежат, рычагов, я все это достаю и потом жгу вот там, в оранжерее, где дым идет. И спасибо большое оператору за съемки. Чтобы освободить землю вот от такого монстра размерами 1 м 20 на 80 см и глубиной более полуметра, я обкопал вокруг до песка, обрубил корни, которые идут обычно в сторону. Вот здесь полностью обрублены корни. А вот здесь я оставил, чтобы показать. Вот он на высоте 40 сантиметров от поверхности. Диаметр примерно 5-6 сантиметров. Я его вырублю, пройду и потом буду решать этот интеграл по частям. И когда он будет очень легкий, с помощью рычага, составленного из труб на конце лома, я вытащу эту проблему, которая встала на пути моего забора. Здесь будет забор, проходящий в полуметре от дома солнца. Вот он, мой дом солнца. Я по утрам медитирую и громко пою. Все, что можно было отрезать, отрубить, вывернуть, отбить с помощью кувалды, вот этой 5-килограммовой. Все это было сделано, но монстр не поддается. Я решил применить тактику Александра Македонского и двигаться в неизвестном направлении для противника. Я решил зайти снизу, выкопал вот такую траншею глубиной до песка и подрубаю с боков со всех корней. А дальше посмотрим, как будут дела. Будет ли монстр распадаться на запчасти, или я его достану целиком. Все это вы увидите. Пока все идет нормально. Масштаб работы впечатляет. Я выкопал траншею вокруг корней ирги. Вот он, истинный Гордиев узел. Его ничем не разрубишь. Его надо одолеть силой духа. И мы это сделаем с вами. Продолжение следует. Шестой день я занимаюсь выкорчевыванием ирги. Корни переплелись так, что представляет собой единый вот такой организм, который приходится доставать целиком. Я хочу показать. Вот я подкопал под корнем. Вот это песок. Дальше корни не растут, но по центру есть несколько корней. Вот они.
Сейчас я их ножовкой буду обрезать. Надо найти суть проблемы, то есть вот эти корни, и потом я этот монстр завалю. Вот такие дела. Вот сейчас заключительная стадия. Я нашел точку опоры. И сейчас будем ломать рога. Трещит? Трещит. Трещит. Сейчас мы подрубим. Пойдем. Последний оплот капитализма. Это тут лом. Изобретение Архимеда. Так, увеличиваем рычаг с помощью тяжелой мощной трубы и начинаем его вращать. Не видно где. Не видно где. Держит. А, вот он. Есть. Не мытьем, так катанием. Так, с той стороны. Надо подпиливать. Ножовкой. Вот это центральное. Есть. Однако где-то все держит. О! Ура! Покажи героя! Вот! Вот наконец я и сижу на этом монстре с
помощью лома и наклонной плоскости я его потихоньку выкатил. В заключение я хочу сказать вот что. Именно несгибаемое намерение сделать это дело вело меня по этому трудному пути. Учитесь добиваться своих целей в жизни. Здесь будет красивый забор, здесь будет посажена малина. Вот на этом месте. Всего вам доброго, подписывайтесь на мой канал. Николай.